90 лет исполнилось со дня рождения видного советского и российского государственного политического деятеля Владимира Исламовича Хубиева. В разные годы он занимал пост председателя Карачаево-Черкесского облсполкома, председателя Совета министров и первого главы республики. В Черкесске прошел памятный митинг, в котором приняли участие глава Рашид Тимрезов, члены правительства, парламента и общественность республики. Подробности расскажет Мурат Джанкезов. Будучи руководителем Карачаева-Черкесии, депутатом Верховного Совета РСФСР, Владимир Хубиев заложил прочный фундамент новой государственности нашей республики. Исключительно важен вклад Владимира Исламовича в укрепление мира и согласия в регионе в период обострения общественно-политической ситуации, когда единство и целостность республики испытывали на прочность. В память о Владимире Хубиеве участники митинга совершили поминальный обряд дуа. Проявив непоколебимую решимость, Владимир Исламович выступил против разделения республики по национальному признаку. Ему удалось удержать развитие политических процессов в правовом русле, не допустив гражданского противостояния и межэтнических столкновений, обеспечить мир, единство и созидательное развитие республики. Владимир Исламович Хубиев навсегда останется в нашей памяти как истинный государственник, патриот родной земли и своего отечества великой России. Светлая ему память. Собравшиеся почтили память Владимира Хубиева минутой молчания. Воспоминаниями о работе с Владимиром Исламовичем поделился Анатолий Озов. Он отметил, что Владимиру Хубиеву досталась тяжелая доля, но благодаря несгибаемой воле и личностным качествам первому главе республики удалось сохранить мир и согласие. Человек от рождения умный, с годами превратившийся в мудрого, человек высокообразованный, эрудированный, высокоответственный, в годы советской власти прошел все ступеньки, которые нужно было пройти, чтобы занять ту высокую должность, которую он занял. Самые искренние и теплые слова выразил в своем выступлении занимавший в те годы должность заместителя председателя правительства Азреп Татаршао. Талант, выдающиеся, я бы сказал бы, организаторские способности, способности лидера, способности повести за собой народ, он проявил так называемый горбачевский период перестройки и особенно в период глубоких перемен в России в лихие 90-е годы. В памятном мероприятии приняли участие члены семьи Владимира Хубиева. Слова благодарности выразила вдова Зоя Кибировна. Я благодарна всему населению Карачаева-Черкесии. Я люблю этих людей. Для меня это вторая родина. Я благодарю вас всех за добрую память, за искренние слова, за то, что вы не забываете, потому что время быстролетное, оно стирает из памяти. Но в Карачаево-Черкесии живет совсем другой народ, который из памяти никогда не сотрет его. В завершении памятного митинга возложили венки и цветы к памятнику первому главе республики Владимиру Хубиеву. Мурат Джанкезов, Алибастанов, Вести Карачаево-Черкесия.